Мужик самогон выгнал, а куда наливать, блядь, хуй ее знает, блядь. И сказал, смотри, блядь, о, банка из-под березовый сок, и там написано, этикетка березовый сок. Он хлоп туда самогонку, закрывает крышкой, нахуй, это, блядь, у нас, блядь, менты придут, блядь, найдут же, нахуй, ебаный рот. Как быть-то, блядь? Ну, он хлоп, нахуй, за диван поставил. И сам так продумает, как может быть, а как они могут найти менты. Ну, берет, заходит за дверь, в роли себя мента поставил, ментов поставил и самого себя. Ну, раз выходит такой, стучит нахуй, тук-тук-тук, и сам себе отвечает, кто там? Ну, мы с милицией, ну, заходите. Ну, раз, блядь, зашли, что за диваном стоит? Он березовый сок, дай попробую, хуя, как найдут, блядь. Ходил, блядь, давай я, блядь, сервант поставлю. Сервант поставил, заходит такой за дверь, блядь, опять стучит, сам себе отвечает, блядь. Кто там? Дай мы с милицией, вон, заходите. Что в серванте, блядь? Березовый сок дай попробую. Попробовал, нахуй, не найдут, нахуй, суки, блядь. Давай я, блядь, его поставлю, нахуй, блядь, в шифонер, блядь. Банку с молоком. Ну чё, блядь, нахуй, хуяк заходит опять, стучит, блядь. Кто там? Мы с милицией, заходите. Что в шифонере? Да березовый сок. Ну да, попробую, нахуй. Попробовал, блядь, поэтому не найдут, нахуй. Холодильник везде, куда бы ни ставил, везде вроде бы, блядь, должны найти, блядь. И, блядь, и поставил он уже, нахуй, её, блядь, на стол, нахуй. Смотрит, блядь, стук такой, он уже сидит, блядь, стук такой. Он, кто там? Да это мы с милицией, блядь. Заходите, нахуй. Они заходят такие. Что такое, блядь, на столе стоит? Ну, березовый сок, менты. Ну, давай, дай попробуй. Да вы, блядь, уже какой раз заебали уже пробовать, нахуй. А так он это, да, наш? Да, да, да. Он везде его, блядь, прятал и сам заходил, нахуй. Сам заходил, блядь, выходил и стучал, и себе отвечал. Заходите, нахуй, ебать, дай попробовать, что там, где там, что там, нахуй, ебать. И сам же пробовал, и напился, и до чертику, нахуй.